Кто такой общественный наблюдатель? Это граждане, которые следят за соблюдением закона на выборах или референдумах. Они присутствуют на избирательном участке и должны контролировать все происходящее в УИК и фиксировать возможные нарушения. Это люди, которые не являются членами партии. Это люди, которым исполнилось уже 18 лет, совершеннолетние. Это люди, которые занимают активную общественную позицию. То есть это люди с высоким гражданским долгом. В соответствии с федеральным законом на каждой участковой избирательной комиссии Общественная палата республики предлагает принять участие не менее 3 независимых наблюдателей. На данный момент обучение кандидатов в общественные наблюдатели близится к завершению. Напомним, что подготовка у них началась с 4 декабря прошлого года, после чего их ждет тестирование и отбор в наблюдатели. Подготовку и обучение кандидатов осуществляет Общественная палата республики и Тувинское отделение Ассоциации юристов. Организаторы подготовили различные кейсы с разными возможными ситуациями, которые могут случиться во время проведения выборов. Четкий инструктаж по всем вопросам. Обучение проводится в целях актуализации знаний и навыков за наблюдением выборов президента Российской Федерации, за наблюдением законодательства избирательного процесса, чтобы не было нарушений, чтобы выборы прошли честно, гласно и открыто. Все юридические вопросы, связанные с правами и обязанностями наблюдателей на выборном процессе, и еще многое другое обсуждали сегодня на обучающем семинаре. Пробую я в роли себя независимого эксперта впервые, и мне очень интересно наблюдать за организацией проведения выборов, следить за гласностью, прозрачностью, чтобы не нарушались никакие права граждан. Самая главная задача, которая стоит перед общественными наблюдателями, это легитимность проведения выборов, честность и доверие граждан к выборному процессу. Эти цели должны преследовать кандидаты, чтобы стать наблюдателями. Мерген Оюн, Буян Мангуш, Дорзусат, телеканал Тува 24.